Всем привет, друзья! Начинаем прохождение God of War. Вот. Попробуем с вами ее пройти. Уровень сложности средний я выбрал. Ну, постараюсь там, где не нужно, поменьше разговаривать. Ну, а где того стоит, буду вставлять свои 5 копеек. Такой брутальный мужик как раз у нас. Брюхо не раз ему спарывали, как я вижу. Ну что, чтобы взмахнуть с левиафаном, нажмите R1. Окей. А что это обозначает, вот эти вот золотые вот эти отпечатки рук? Я не знаю, друзья. Игру еще не играл. Первый раз запускал. Точнее, ребенок мой играл ему. Ему страшно надо показать. Интересно, такой колорит, тут такие березки, такие больше напоминают как-то наши леса, согласитесь. Сорвал с себя цепи когда-то. Я нашел. Садись в лодку. Ух ты, какая локализация четкая. Как они его подобрали. Голос к Радусу. Так вот, прям как. Помните фильм с Арнольдом Шварценеггером? Там тоже он носил такие деревья. Для перемещения отклоняйте. О, окей. Надо привязать его к лодке. Ага. Штуку. Везет, зачем ему это полено? Был здоров этот кабан. Держи. С такими усилиями мы вскарнем эту березу. Получается. Уже хватит. Ну Кратос сделан красиво. Четко. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Кстати, он его, видите, он его не сын выживает, а мальчиком. Юлия Чуркова, это, как я понимаю, кто переводом занимался, наверное, игры. Сейчас титры запустили. Кто локализация? Борис Швалов. Ну что, идем. Ну, березка как настоящая, реально. Прям вот эта вот кора. Кстати, ее распаливать очень хорошо. Она горит, ну моментом просто. А раньше это лучину эту. Все может лужа, в лужах отражение. Красиво. А раньше в деревнях лучину эту использовали и подпаливали. Распаливали печки. А это что такое? Живут они тут, походу.
последнее. Мальчик побежал куда-то. А, они кого-то хоронят. Судя по всему, наверное, это мама их, или кто это. Ну, его, мальчика этого. Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. 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 Вау, четко сделали. Ребенок, Малфрис в татуировках уже, с какими-то надписями. Интересно, интересно. Теперь все. Да, они хоронят. Наверное, это жена Кратоса. Или кто это? Так, мимолетное знакомство. Да ребенок родился. Не знаю, пока друзья. Найди путь домой. Ты свободна. Получается, у них не хоронят, у них надо сжечь труп, потом надо развеять останки. Прости. Зажми. Этот нож был ее. Теперь он твой. Охоте учила? Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. Так, пока у нее там церемония похорон, он говорит, пошли охотиться. Якобы покажи. На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. Четко. Ладно. Ты идешь на оленя куда? Туда, где он есть. Да, логично. Отмеченные деревья. Поохотимся вместе с... Отец. Секундочку, народ. Дайте-ка я. А тут нету. Я не могу здесь. Почему сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. Ага. И пойдем в горы?
Зависит от тебя. Вперед. Управление дерганое, как-то нам нужно немножко привыкнуть. Что это, блядь? Привыкнуть к нему нужно. Потери находки. Новый набор артефактов. Потерянные игрушки. 1 из 4. Удерживайте, чтоб. Ну это потом посмотрим. Короче, здесь, наверное, открыто, будем бегать в любую сторону. Открытый лес этот, ну. Висит что-то. Что ты нашел? Следы, но не оленей. Поищу еще. Как-то подзагрузка была. Чтобы осмотреть, отклоняйте R, чтобы настроить пока. Нажмите опцию. Камера. А если мне камера, мне не интересно. Вот звук меня интересует. Давайте 65 85. Да, здесь, да, вон разбросаны везде какие-то эти следы. Мира можно найти немало ценных ресурсов. Рубленное дерево. Вот, а тут ресурсы еще нужно собирать. Вот как оно. Блядь, какое. Надо настраивать управление. Очень резко он. Я осмотрюсь. Камера прыгает. Еще следы. Да, но круглые. Наверное, потерянная игрушка. Хорошо. Ага, смотрите, куда мы пришли. Вот так вот. Куярка. Рубленное серебро. Прикольно. Дикий кабан. Ну да. Ой, что теперь? Что там? Чтобы перепрыгнуть пропасть, нажмите кружочек. Прыгай. Идем сюда. Хоп. Бля, чуть-чуть неестественно сделали. Смотрите, как он прыгает. Люди так не прыгают. Стой! Следы оленя, свежие. Сюда. Ладно, Кратос, ну там. Малой так прыгает, как этот. Как олимпийский попрыгун. Чуть они перемудрили. Так, чтобы перепрыгнуть. Ага. Хорошо. Опа, олень. А где тут, наверное, тут какие-то олени странные с рогами. Помедленнее. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Вон еще. Открываем. Рубленное серебро. Зачем тут серебро? А, может быть, прокачивать как-то героя. Пойдем сюда. Какая-то цепь. Ладно, хер с ним. Опа. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Чтобы выбрать Левиафан, нажмите. Угу. Чтобы прицелиться, L2. Бросить топор, нажмите. Ого. Иди. Ого. Что тут было? Топор нажмите. О, блядь, он прям как молот Тора. Может возвращать. Интересно. Вот же он. Стой. Что ты делаешь? Ты же его спугнул. Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ух, как он сильно сказал. Реально, ребят, блядь, в натуре. Ну так, я прямо сказал.
Ищи. Ищи. Цитату в афоризмы можно записывать. Не извиняйся. Не нужно извиняться, нужно статус. Реально. Красивое слово. Друзья, я не буду спешить. Ой, ну смотрите, мне не дали сюда побежать. Нет. Ну сам побежал сюда. Назад. Так, ну для слабой так я разбил, для сильной так люди сюда нахуй. На. Отец, над тобой. Да, я уже, блядь, ушел. Так, чтобы поставить блок, удерживать L1. Ага, у него щит есть. Ну давайте, ебаните кто-нибудь побольше. Вообще так. На, нахуй. Какая рубила вам, блядь. Слева, справа, блядь. Бля, тут жизни быстро отключаются. Да нахуй. Спать, блядь. Очков опыта 30 получено. Удерживаю, чтобы открыть журнал. Драугар? Ладно, это потом посмотрим. Они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Чтобы установить здоровье, ищите целебный камень. А, понятно. Я не знаю, здесь пустят меня туда, направо, налево, я не знаю, или... Скорее всего, здесь как обучалка какая-то идет. Я просто посмотрю так одним глазком что-то. Просто интересно. Я люблю исследовать все миры. В каждый уголочек пролазить. Вот. А, не, малой этот бегает за мной. Кто это валяется тут? Вот эти какие-то останки. Без ноги. Давно он тут тухнет уже. Мухи летают. Вот тут у нас. Ох, класс. Ух ты, какой сундук мы нашли. Смотрите, друзья. Там, наверное, очень много чего-то такого интересного, блядь. А нам сюда можно? А чё нельзя, блядь? Так. Открывай. Опа. Этот сундук запечатан рунической магией. Чтобы открыть его, найдите и разгадайте три печати. Вот так вот. Какие печати, какие руны. Смотрите, здесь кто-то спал. И много кто спал. Пытались открыть. Вот почему-то трубы валяются. Здесь, короче, люди хотели вскрыть его, наверное. Вот так у них и не получилось вскрыть этот сундук. Окей, куда тут мало вообще? Тут стоял. Ага. Вижу оленя. Пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Блять, такой, слушай, грозный. Блин. Ну он вообще прорисован, Кратос, так четко уже. Вообще, блядь. Как мульти, блядь, какой-то. Диснеевский. Вот. Кто там нахуй? Так. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе.
Ага, он его лук даже забрал. Я не обратил внимания. Опа. Я много раз охотился с мамой. А ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела. И пришла пора. Ясно. А, так они жили вместе. Получается, с этой женщиной, которую хоронят. Возлюбленная его, или кто она там. А почему-то спрашивают, охотиться учила или нет. Зачем он это спросил, если он, если я правильно понимаю, если они вместе жили. Он, блин, сам не знает, получается. Кто там опять? Какие-то пепел какой-то горит. Что-то произошло. Драугер! Шкала здоровья врага. В бою над врагом, который получил урон или был выбран целью Кратоса, нарушается шкала здоровья. Сейчас буду. Чтобы прицелиться, удерживать L2. Чтобы... Надо. Ау! Он получается у них замораживает. Это топор замораживается, очень бедно. Давай малой. А, у малого нету лука. Бля. Мне нравится, что здесь враги не ждут, пока я отмудохаю кого-нибудь. Бля, я забыл на хруст. А вот. Меч. Сейчас. Развернись. Как быстро бегать? Нет, я не знаю, где. Я всех свалил? Нет. Ну, блядь, ты видел? Вот так вот. Ничего себе. Хэдшот. Эту дверь можно открыть? Может. Блин, походу я, наверное, не туда иду чуть. Ого! Может, мне к вам рано? Мне, наверное, к ним рано, друзья. А это что у них единички? Это уровень рисуется? Я почти ожидал, что под мостом будет тролль. Ты еще не готов к встрече с троллями. Я знаю, угу. Просто... Да, отец. Просто не них что-то остается вон. Потери находки, игрушки 3 из 4. Сейчас откроем. Ох. Кто-то валялся вон, кто-то. Тоже искатель какой-то за сокровищем уже. Не взяли. Пойдем откроем тогда, да? Он не может это использовать. Мы можем. А, малыш удивляется, почему я открываю эти. Получается, могилы. Склепики. Правильно говорит. Ему это уже не понадобится.
такие интересные руины какие-то. Ага. Ворота понимаю. Должны открываться. Так ты туда залезть можешь. Короче, очень много чего запечатано, короче, я сюда попасть не могу. Ладно, с этим разберемся. Бестиарий я почитаю, не буду вас уже переутруждать. Вот, вы там еще пишите, может, вам интересно будет, чтобы я его полистал. Но мне кажется, это вам будет неинтересно. Вот. Так, чтобы подтянуть цепь, отклоняйте L. И, ага, эти открылись, а те передние закрылись. Чтобы прицелиться, удерживайте L2. Окей. Ну да. Уже своим мечом замораживает. Ой, топором лифиофаном. Ну. Давай сюда. Ух ты! Вот так вот. Так, идем дальше. Что тут у нас интересно? Валяются всякие. Ты куда? Нам в эту сторону. А, о, что я нашел? Залежь ты меня. Подожди, малыш, дай-ка сюда схожу. Не могу я удержаться. Давай за нас. Опа, видели как он? Офигеть, классно. Ага. Если я вижу тут зеленый этот вон камень, который восстанавливает жизнь, значит тут сейчас будет. А, это можно взорвать, хорошо. Тут сейчас будет бойня. Могу я это взорвать? Ух ты. Болтай, болтай, ладно. Пойдем. Опа, могу уже. Потом сходим сюда. Давайте этого оленя грохнем. Поможем мальчику. Как что-то мальчика зовут, что-то там было имя написано, я чуть не обратил внимания. Отец, смотри. Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Помочь. Очисти разум. Атрей, прицелиться в оленя, удерживать О2. Прицелься, сделай глубокий вдох. Выдохни и отпусти. Я попал. Хорошо. Так и довольна. Молодец. Он еще живой. Где нож? Вот так вот. Нет. Закончи то, что начал. Давай, малыш, мужчиной станешь. Я не могу. Ёпта. Опять волки. Я... Или что тут? А, нет. Ой, как четко сделано, смотрите. Вроде бы такой, да? Кратос, да? Брутальный мужик. Хотел вот, ну... Дотронуться до ребенка. Нихуя себе. Великан какой. О, бля. А, он пришел этот. Олень забрать моего. Мы будем с ним драться? Выбора нет. Хуя себе. Тролль.
Чтобы приказать артиллерии стрелять, нажмите его, чтобы выстрелить определенного врага, удерживайте L2. Хорошо. Количество стрел, имеющих в артиллерии, указывается в правом нижнем углу экрана. Стрелы восстанавливаются со временем. Хорошо. Яся. Слишком силен. Я попадаю, он не падает. Пизда мне, блядь. Нет, ты сильно ранен. Я вижу. Ногу ему надо стрелять. Блядь, переебал меня, сука. Я тебя сейчас, блядь. Иди нахуй. О, блядь, как тут сложно нахуй. Давай, 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 давай. Да беги ты, блядь. Возьми себя в руки. Ёб твою мать. Блядь, как тут сложно. Сука. Пизда мне сейчас будет. Больше жизни нигде тут нету. Хуй тут. Осторожно! Все, пизда мне. Повернись-то к нему, блядь. Что это за управление, блядь? Стреляй нахуй, пиздюк. Стреляй нахуй. Он сейчас обойдет нахуй. Развернись к нему. Берегись, отец!
так, давай, давай, блядь, пошел ты. Как, блядь, что быстро не бегает. Блядь, как зафиксировать нахуй? Назад, сэр! А, во, я, наверное, зафиксировал, блядь. Ты сука. На, 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 сука. Блядь, мне в тыкву дал. Где тут жизнь? Где у нас жизнь, блядь? Отцепись от него. Тут лежали. Беги быстрее, бери. Сейчас мы его зацепим, блядь. Вот и, блядь. Лети за ними! Так, давай, малыш, стреляй. Блять, блять. Давай нахуй. Лупи его, блять. Берегись, отец. Ой, блять. Стреляй, пиздюк. О, давай к нему. Я тебе, бля, сейчас за малого. Сука. Да ну на. Посмотри-то, бля. Сейчас мы его, бля. Возьми себя в руки. Стреляй. Стреляй, мало. Я готов. Блять, зацепил, сука. Где его ебать? Малой. Я не знаю, если бы я еще один бы, я пил. Давай, 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 ёбаный твой бро. О. Так, где он там? Давай, малыш, отвлекай его. О, блядь, убью нахуй. Р3. Давай, блядь. Хуяли его нахуй. Да утро. Рабыл, вот тебе получай! Сын! Я не боюсь тебя! Ты не страшен мне! Сын, совсем! Посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Да уж. Мы смогли. Но ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Жизни нету практически, друзья. Сложновато, честно скажу. Я готов. Закрой свой рот. Закрой свой рот. Домой в эту сторону. И ладно. В какую сторону нужно?
Ну, я, как вам сказать, средний уровень сложности, ну, было неудобно. Я пока сначала не... Джойстик не поломал, у меня ладошки вспотели, друзья. Да успокойся ты. Опа. Что-то валяется. Опять же. О, малой разошелся, теперь стреляет по чем попадя. Бля. Оглушение врагов. Под шкалой здоровья врага находится шкала оглушения. Быстро нанося удар за ударом, но постепенно заполняет всю шкалу. После этого враг будет оглушен. Возьмите его захват, нажмите R3. Стрелы и атаки голыми руками наносят больше урона от оглушения. Кратость переходит в рукопашину после броска топора или нажатия. Ну что? А где топор мой? Ух ты, бля. Вы видели это? Напополам. Разошелся, Кратос. Короче, вот пока такой неплохой слэшер. А как мне сюда залезть? Слушай, а вот. Еще один вон. Включить фиксацию на цели. Да, у меня жизни мало. Иди сюда. Топор не годится? Нихуя. Ну и давай я тебя сейчас так завалю. На, на, на. На, на. 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 Вот так. Ха-ха-ха. Ты видел? Я же говорил, лес изменился. А я говорил, закрой рот. Какая грязь красивая. Грязь может быть красивая, да. А следы остаются? Ну да. Вот интересно, сейчас побегу они исчезнут или нет? Чтобы прицелиться. Смотрится. Следы мои исчезли? Неа. Нормально. Так. Давай прыгаем тебе на спину. Сейчас тут, наверное, тоже будет это. А я домой пришел. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. Вот так. Сгорело.
нужно сделать? Сам в дом зайти? Иди в дом, сын. О, он его, кстати, первый раз сыном назвал. Вот так вот. Конечно, надо в урну, даже на пепел. Четкая борода у него. Мое, короче, убежище туда. Ничего не понимаю. Что здесь случилось? А, ты. Из чего я думал, что все будет иначе, раз она. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить. Использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Атрей... Что это? Тише. Опа. Выходи! Кто там? Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю! Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты! Сын, лезь в подпол! Живо! Ты же запретил туда лазить! Кто это? Скажу, я не кто? Знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Ха, нашел кого пугать, щенок. Реально? Ага. На Макгрегора похож, да? Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот сам. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. Ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Ах ты, блядь. Вырви ему руку. Пошел из моего дома. Для
этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Нихрена себе. Ты не послушал. Нет. Малой вышел? Нет. Или кто? Нет. А он у него? Нет. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь... Нихрена себе! А кто это? Что это такое? Какое жестокое разочарование! Давай же! Начин. Чужак. Блядь. Бесполезно! Блядь. Ты скучен! Кто это такой? Ты хоть стараешься? Ну давай уже, что ли? Давай, пока я себя не чувствую. Медленно! Блин, зацепил, ты посмотри. Ты забыл, что делать со щитом? Вот такой. И это все? Надо было раньше щит не использовать. Жизнь победа не будет. Надо. О, завалил меня. Ну что ты? Великий. Да ёлки-палки. Ты скучен! Только я буду долго с ним так, наверное, бороться. Завалил меня. Вот такие вот вилипуты. Наверное, друзья, на этом я пока оставлю. Вот. Все. Подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. Будем дальше проходить. И этому вилипуту вырву ноги. Обещаю. Вот. Откуда начинаем? С этой бойни, да? Бесполезно! Да. Ну все. Пока хватит. Посмотрим, будут ли люди смотреть это прохождение или нет. Все. Всем пока-пока. Да. Встречу в следующей серии.